Карачаево-Черкесия присоединилась ко всероссийскому конкурсу чтецов «Живая классика». Его основная цель – повышение у подростков интереса к чтению. В ходе подготовки к отборочным этапам в Республиканской детской библиотеке имени Никулина школьникам Черкесска рассказали об условиях конкурса и познакомили с выставкой, на которой представлены произведения классиков русской литературы. Напомним, что конкурс юных чтецов продлится до конца января, а его победитель получит путевку в международный детский лагерь «Артек». Вспомнишь разлуку с улыбкой странной, многое вспомнишь, родное, далекое, слушая ропот колес непрестанный, глядя задумчиво в небо широкое. Это стихотворение очень пронизывало до глубины души, очень красивое стихотворение и трогательное. И здесь я выбрала именно это стихотворение, так как оно является моим любимым из произведений Евгения Тургенева. Дети должны определиться, какой им автор ближе всего и какое произведение они выберут. Потом это сначала в школе проводится конкурс. Вообще это проводится в школах, а мы только выставки организовываем с тем, чтобы помочь детям подобрать им нужную литературу и нужного автора. И есть специальный список, который им поможет в этом конкурсе.